Стандарты в исполнении Исла очень крайне опасные. Подача Лисаковича на Степанова и 1-1. 1-1 на 19-й минуте матча. Ислач восстанавливает паритет на табло. Вот они стандарты, про которые я говорил. Шикарная подача Дмитрия Лисаковича. Что? Ну, такая подача. Шикарная, опять же, на Степанова. Но вот это позиционная ошибка футболистов Минска. Никто не держал центрального защитника. Ислач в этой ситуации, ну и без помех пробил Степанов, не оставив шансов Генералову, 1-1. Так вот, понимаем, что претерпело изменение вратарской линии у Минска. Понимаем, что Алексей Козлов по ходу сезона покинул стан горожан, подписали Егора Генералова, то есть там был...